посмотри, какие смешные фитнес-девайсы. Выпрямляем левую ногу, на правой садимся вниз, ниже и резко прыгаем вперед. Ну вот, Лена, ты думала, что это за веревочки? Это, между прочим, функциональные петли, которые были созданы специально для тренировки американского спецназа. Они тоже хотели иметь хорошую фигуру. Давай, прыгай. Они готовились к спецоперациям, а мы с тобой будем готовиться бороться с возрастом. Разводи руки в стороны и одновременно сгибай их в локтях. Миша, а чем отличается это упражнение от обычного отжимания? Помимо грудных мышц, у тебя сейчас работает очень много мелких глубоких мышц. Чтобы удержаться в этом положении, мышцы независимо от тебя напрягаются. Мне кажется, у меня сейчас работают не руки, а скулы больше. Мне кажется, это тоже немаловажный фактор для красивой улыбки. Сейчас мы будем прорабатывать твои ноги. Ставь их на ширине плеч, руки немножко согнуты в локтях, мы под наклоном. И теперь садимся вниз. Ты руками можешь себе помочь в любой момент подняться, если ногам станет очень тяжело. А может быть, эффективнее просто без петель начинать это упражнение? Под наклоном ягодичные мышцы прорабатываются намного лучше. К сожалению, без петель мы присесть под наклоном не сможем, мы просто упадем. Поднимай правую ногу наверх. Хорошо. И садимся теперь только на левой ноге. О, действительно. Держись. Не так-то просто. Ниже не получается. Ниже. Смотри на меня. Правая в левую. Ага. Теперь левая в правую. Теперь нам нужно просто перевернуться на живот. Ой. Ой. О. Можно лечь. Просто перевернуться. Да. Это упражнение называется планка. У тебя будет работать и спина, и пресс. Втяни живот. Максимально напряги его, так, чтобы он приклеился у тебя к позвоночнику. Вот. Потяни колени на себя. Вот, отлично. Давай сделаем несколько раз. 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 Еще. Миш, скажи честно, после первой тренировки на второй люди вообще приходят или нет? Если честно, то 70% не возвращается. Но 30 оставшихся приходят еще и еще, потому что здесь можно быстро сбросить вес. Вот обычная веревочка как безжалостно борется с недостатками нашей фигуры. Спартанские условия. Какой результат? В общем, тяжело в учении, зато легко в бою с возрастом.